В Ненецком округе сегодня также идет активная подготовка к бюджету 2016 года. Известно, что главный финансовый документ региона, так же, как и федеральный, станет однолетним. Что касается прогнозных параметров окружного бюджета следующего года, то пока такая информация не распространяется. Сейчас особое внимание законодателей обращено на исполнение бюджета 2015 года. За 9 месяцев текущего года бюджетные средства освоены лишь на 66%. Такие данные привели на заседание комиссии собрания депутатов по экономической политике и бюджету. В связи с представленными цифрами у участников совещания возник закономерный вопрос, а стоило ли брать многомиллионные кредиты и возлагать дополнительную нагрузку на окружный бюджет? К плану на год исполнение бюджета текущего года на 1 октября составило всего 66,4%. Таким образом, вся нагрузка на бюджет распределится на четвертый квартал. Таким образом, вся нагрузка на бюджет перераспределилась на четвертый квартал. Значит, плановый объем расходов на четвертый квартал составляет 6 миллиардов 106 миллионов рублей. И с учетом неосвоенной суммы за 9 месяцев 635 миллионов, значит, объем расходов на четвертый квартал составляет 6 миллиардов 741 миллиона рублей. На 1 октября текущего года остатки окружного бюджета составили 2 миллиарда 195 миллионов рублей, в том числе за счет остатков средств на счетах бюджетных организаций и с учетом привлеченных кредитов в 1 миллиард рублей. Наименьшее исполнение бюджета, всего 47%, по словам Елены Карельской, числится за одним из главных распределителей бюджетных средств Департаментом строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта. Ведомство не выполнило взятое на себя расходные обязательства. Среди основных причин – невыполнение планов графиков подрядными организациями. Сейчас департамент готовит поправки в бюджет текущего года. От участников совещания поступил закономерный вопрос, а стоило ли брать многомиллионные кредиты и возлагать дополнительную нагрузку на окружной бюджет. Депутаты попросили департамент финансов и экономики обратить внимание на целесообразность кредитов, если главные распределители бюджетных средств не исполняют взятые на себя расходные обязательства. В противном случае, если вам ГРБСники будут настаивать, что да, у них будет такое-то исполнение, а на самом деле по факту будет другое исполнение, ниже, в результате этого вы возьмете дополнительные кредиты, и они лягут дополнительным бременем на окружной бюджет, то, на наш взгляд, наверное, должностным лицам, руководителям департаментов, надо уже применять какие-то меры административной ответственности. В целом же доходы региональной казны за 3 квартала составили более 12 миллиардов 100 миллионов рублей, расходы без малого 13 миллиардов. 12 миллиардов 620 миллионов рублей или 98,1% от общей суммы расходов потрачены в рамках реализации госпрограмм. Основными источниками поступлений стали доходы от соглашения о разделе продукции Хорягинское месторождение – более 4 миллиардов рублей. Налог на имущество организации – около 3 миллиардов, налог на прибыль – более 2,5. Налог на доходы физических лиц – 922,5 миллиона и безвозмездное поступление из бюджетов других уровней – 897 миллионов 200 тысяч рублей. Крупнейшими расходными статьями стали образование, национальная экономика, социальная политика, здравоохранение и жилищно-коммунальное хозяйство. Эти же статьи останутся приоритетными и в 2016 году. В первом чтении проект закона следующего года рассмотрят на сессии собрания депутатов 24 ноября. Ирина Цепетова, Александр Дуркин, телеканал «Север».